поручению министра здравоохранения Московской области мы проводим большую информационную кампанию, разъясняем жителям о необходимости вакцинации, о способах получения информации об этой прививке. Ваше поколение, оно как раз-таки находится вот в той зоне риска. И я считаю, что вам эта информация будет очень полезна, чтобы вы приняли правильное решение. Если у вас есть какие-то страхи, чтобы они развеялись. Во время пандемии было организовано движениями, силами добровольцев, волонтеров, также участниками вот общества «Химки интересно жить», помощь людям старше 60. Это, конечно, хорошо, но этого недостаточно. На сегодня лучшим средством обезопасить себя, своих близких и родных является вакцинация. Очень полезная информация. Очень интересно рассказано и, главное, доступно. Вот, поэтому, конечно, надо вакцинироваться.